Приветствую вас на своем канале. Сегодня я решил снять небольшой обзорчик Bitcoin Kraner Free Bitcoin. Обычно я в Bitcoin Kraner не регистрируюсь, но этот кран мне понравился, потому что здесь есть отличные возможности. Я давно о нем знал и все-таки решился. Так, давайте посмотрим, в принципе, что здесь делать. Здесь все просто. Вот тут нажимаем на FreeBTC, и тут мы можем получить некоторые количество сатошиков. Вот смотрите, от 49 сатошиков до 4 миллионов сатошиков, да? Смотря какое число вот нам выпадет. Так, я потом покажу, как это делать. Дальше покажу вам вот эту вкладочку. Это Bitcoin удвоитель. Здесь можно удвоить свои биткоины, которые тут у вас на балансе. Раньше я пробовал здесь играть. Сначала я свой баланс даже не удвоил, а, наверное, утроил или даже еще больше. Вот, играл и заигрался немножечко и слил весь свой баланс. Поэтому эту игрушку лично я уже не играю вот тут. Вы, конечно, если хотите, можете попробовать, решать вам, да. Так, и давайте покажу вам ту возможность, ради которой я, в принципе, зарегистрировался на FreeBitcoin. Это вот лотерея. Тут можно играть в лотерею. Вот сейчас у меня 30 билетов. Лотерея проводится раз в неделю, по-моему, в воскресенье. Вот, осталось еще 4 дня, 3 часа, 29 минут и секунды, да, до лотереи. Вот, свои билеты можно увеличивать количество, можно купить за этот баланс или даже пополнить баланс и купить билеты. Покупать просто вот тут вводите число. Давайте, например, введу 100. Вот. И вот, 100 билетов будет стоить 200 сатошиков, да. Давайте добавим нолик, 1000, будет 2000 сатошиков. Мне немножко не хватает. Вот, но ничего страшного. И смотрите, что здесь можно выиграть в лотерее. Конечно же, это сатошики. Сейчас первое место — это 70 миллионов сатошиков. Второе — 35 миллионов. И третье место — 17 миллионов. Также вот есть четвертое, пятое, шестое место. В общем, 10 мест. Так, давайте. Ой-ой-ой, не туда зашел. Вот сюда. Вот, сегодня биткоин 4139. И давайте посмотрим, сколько сейчас на первом месте у нас будет, например, в долларах, да? 0.70. Это будет 2897 долларов, или же 172 659 рублей. Первое место вот такое на данный момент. Здесь можно выиграть, да? Но эта сумма будет увеличиваться, чем ближе к розыгрышу, тем больше будет сумма. Я здесь видел, что было даже по 2 биткоина стояло и больше. Вот. Так что вот такие здесь интересные возможности. Вы здесь можете покупать билеты, в принципе, без вложений. Можете просто колокуцать на кране и на эту сумму покупать билеты. Вот. Суть, сколько у вас билетов, не важно. Можно, вот смотрите, у человека было 206 билетов. Он выиграл 49 693 сатошики. Да. Бывает так, что есть, например, по 50 билетов есть, и они занимают первое место, выигрывают, да. Вот. Поэтому пополнять сумму я не рекомендую. Просто колокуцайте на кране, и за эту сумму можете покупать билеты. Это, в принципе, у вас будет тогда бесплатный шанс выиграть свои биткоины. Вот. Так, давайте теперь перейдем на кран. Я вам покажу, здесь все просто. Вот тут
число, которое может выпасть, и сумма, которую вы получите, если выпадет вот такое-то число, да. Все просто, вводим вот эту капчу. Так, и нажимаете Roll. Так, неверно ввел капчу. Ничего, переиграем. Так, еще раз. Да что ж такое? Вот, наконец-то, вот мое число. 5884 и вот. 49 сатошиков. Немного, конечно, вот, но смотрите, когда вы проходите вот эту процедуру, да, получаете свои сатошики, ее можете проходить каждый час, и вы получаете не только 49 сатошиков, либо сумму, которую вы выигрываете, да, но вы плюс получаете 2 билета в свою лотерею. Вот у нас было 30, по-моему, там билетов у меня, я показывал, да, вот сейчас уже есть 32. Если это делать каждый час, то у вас будет больше сумма, больше билетов, и на эту сумму вы можете, в принципе, купить больше билетов еще, чтобы у вас был больше шанс выиграть биткоины. Либо можете просто вывести свои сатошки. Вот такой вот интересный сайт. Ссылочка будет в описании под видео. Надеюсь, видео вам было интересным, полезным. Если это так, то ставим лайк, подписываемся на канал. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.